Друзья, ну и немного музыки, я думаю, не помешает этим утром. У нас в гостях Мартин Казарян, музыкант. Ну, а пока Татьяна будет рисовать, по звуке музыки, я думаю, это будет вдвойне получаться еще лучше. Мартин, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Мы знаем, что совсем скоро, буквально 20 июня, состоится большой сольный концерт в ДК «Орбита». Начало в 19:00. Мы это сразу говорим, чтобы вы все запомнили. Еще раз повторим в конце программы. Расскажите, пожалуйста, что ожидать, что будет на концерте представлено и как вообще к нему идете? Вот на концерте вот цель передо мной была, я сам поставил, чтобы на концерте делать то, что вот за это 20 лет я в Иркутске творил мою творческую деятельность. Будет большая шоу-программа. Со мной будут на сцене работать струнный квартет «Элегия», «Байкал квартет», эстрадная группа «Статус», будет наша армянская танцевальная группа «Урарту», будет шоу-балет «Алмаз», будет вести концерт наш мой очень хороший друг Аркадий Стародубцев. Ну, я думаю, будет такое, ну, шоу-программа. Хорошей дружной компанией, да? Да. В этом зале. То есть как-то и по-свойски, да, вроде как, но зато и такое масштабное событие. И да. Сейчас... Ну, поскольку первый сольный концерт, ну, хочу, чтобы это было... Волнуетесь? Ну, а, конечно. Ну, просто столько лет, да, вы уже с музыкой, можно сказать, на «ты», но все равно, да, волнение присутствует. Перед каждым выходом. Это, кстати, правильно, это так стимулирует немножко. А вот сейчас тоже волнуюсь. Тут не надо. А вот эта композиция, которую вы сейчас исполните, она тоже будет представлена в концерте? Нет. Ее не будет? Ее не будет. Что это за мелодия, расскажите. Это есть армянская песня «Оф Сирун Сирун». Старшее поколение помнит фильм «Мимино». Ну, вы тоже помните. Там звучит эта песня «Оф Сирун Сирун». Ну, популярная песня очень. Давайте же скорее услышим ее. Песня «Оф Сирун Сирун». Спасибо. Потому что я позвонить не смог. Мартин Казарян, мы вам приветствуем. Thank you.
Здорово, здорово. Спасибо большое, Мартин. Напоминаем, 20 июня в 19:00 в ДК «Орбита» будет концерт сольный Мартина Казаряна, на котором можете услышать огромное количество композиций, исполненных на дудуке. Совершенно верно. И мало кто видит, но рисунок Татьяны плавно преобразовался в горы и абрикосовое дерево. Спасибо большое за то, что пришли. Удачи на концерте. Обязательно сходим с Вероникой. Посмотрим. Ждем вас всех. Спасибо. Мы же продолжаем нашу программу, узнаем о том, что сегодня можно посмотреть в городе.